К схватке готовы. Сегодня последнюю контрольную процедуру взвешивания прошли участники профессионального турнира по кикбоксингу «Best Fighter», поединки которого пройдут завтра на ринге МТЛ-арена. Интригой вечера станет бой за титул чемпиона мира по версии WKF. Категория до 95 килограммов. В Самаре встреча такого уровня проходит впервые. За чемпионский пояс будет бороться самарец Шамиль Аббасов. Его соперник – титулованный гость из Греции Димитриас Мриалис. Я уже 2 месяца у нас идут сборы. Я был в Москве на сборах в Академии ММА. Там как бы спарринг-партнер лучший в России. Был с кем работать. Ребята одни из сильнейших. У меня одна задача в этом бою — не пропустить тяжелый удар. Готов и физически, и психологически. 3 месяца ежедневной работы вместе с моей командой. Не знаю, суждено мне завтра выиграть или проиграть. В одном уверен точно. Зрителям будет на что посмотреть. Будет много оваций. Кроме чемпионского, во время турнира пройдет еще 5 боев в весовых категориях 60, 70 и 80 килограммов. В них примут участие спортсмены из Узбекистана, России, Казахстана и Белоруссии. Начало в 19:00. Ни один бой скучным не будет. То есть все бойцы заряжены на победу, все хотят победить, все хотят показать себя в полной красе. Судить будут представители с Москвы, приехали с федерации. Вот, то есть судейство будет строгим.